Всем привет! Сегодня будем готовить лимонные кексы. Очень простые, очень вкусные. Понадобится нам для их приготовления мука 300 грамм, стакан сахара, ну это в общем по вкусу, чуть поменьше или чуть побольше, соль, пара яиц, один маленький лимончик, сливочное масло 150 грамм, его нужно заранее достать, чтобы оно было мягкое, сода и баночка сметаны 15%, 15-20%, я беру такую маленькую, 180 грамм. В первую очередь с лимона снимаем цедру. Количество берите по своему вкусу, то есть чем больше цедры, тем более насыщенный лимонный вкус у вас будет. Я примерно половинку, наверное, сделаю вот так. Нам понадобится от лимона еще сок, будем выжимать. Сюда же к цедре добавляем масло, такое хорошее, подтаявшее, и сахар. И теперь потихонечку это все вымешиваем до однородной массы. Теперь к маслу нам нужно добавить яйца, но не сразу оба, а по одному. То есть вот одно вбили и перемешиваем. Теперь второе. Также вбиваем и еще раз все перемешиваем. Теперь нам понадобится мука. Можно сразу не все, а половиночку сделать. К муке добавляем чуть-чуть соли, буквально щепоточку, и соды, пол чайной ложечки. Немножко перемешиваем. Теперь муку потихонечку подсеиваем и мешаем. Теперь добавляем сметану сюда. Еще раз вымешиваем. Теперь будем добавлять оставшуюся муку. И лучше ее уже вымешивать ложкой, а не венчиком. Вымешиваем в однородную массу. Теперь в готовое тесто нам нужно выжать сок лимона. Ну, я, собственно говоря, на глазок делаю, но примерно ориентируйтесь, что должно получиться пара столовых ложек. Вот с одной дольки вполне этого будет достаточно. Косточки убираем, если попадаются. И опять же вымешиваем все до однородности. Духовку включаем заранее на 190 градусов. Это все готовится очень быстро, поэтому духовка у вас к этому времени уже прогреется, пока вы сделаете тесто. Вот в готовое тесто, если хотите, можно добавить еще какие-то добавочки по вашему желанию. Изюм, например, или курагу. Я буду добавлять, вот кумкват у меня осталось тут совсем немножечко, мелко порезать и в тесто добавляем. Теперь готовим формы. Нам их нужно смазать растительным маслом. И теперь по готовым формочкам мы уже раскладываем тесто. Тесто должно получаться у вас где-то, ну, чуть, наверное, может быть, побольше половинки, потому что не забывайте, что они поднимутся. Вот примерно вот так. И таким же образом все кексики раскладываем, все тесто. Немножко разровняем. Готовые кексы отправляем в духовку примерно на 30 минут. Кексы у нас готовы, их нужно проверить шпажкой или зубочисткой. Тесто не липнет, значит, готовы, можно доставать. Перекладываем их, чтобы они немножко остывали. Вообще, по-хорошему, их нужно не трогать, а дать им остыть прям вот так в формочках.
Но у меня просто еще партия теста ждет, поэтому мне придется сразу их доставать. Перекладываем в тарелочку. Вторую партию я поставила печься. Всего с этого количества я посчитала, получается 20 кексиков. Вот один разломлю, правда, они еще горячие. Все-таки, если будете печь, постарайтесь дать им остыть. Вот такая красота. Очень вкусные. Но я думаю, если попробуете, то сами все поймете. И достаточно просто готовиться. Всем спасибо. Приятного аппетита. Пока-пока.